Мне бросил вызов какой-то Алексис ютубер. Я, если честно говоря, думаю, что это фейковый, потому что он сливал только что своих двоих человек. Всем привет, ребята, меня зовут Алиандр, и добро пожаловать в Мопио. Сегодня у нас сходка. Если ты любишь играть на сходках, обязательно поставь лайк. Но вот эти ребята попали в ролик, так как написали много хороших комментариев. Если ты напишешь много комментариев, то обязательно попадешь в следующий выпуск. А сегодня мы с вами поиграем на севере вместе с моими друзьями. Ну что ж, друзья мои, вот я уже и повстречал нескольких своих ребят, которые тут в правом верхнем углу находятся. Сразу же Матвей мне дает 4 кусика сделать. Если получится, сейчас я попробую у него их сделать. Ну хотя бы 2-3 кусика сделаю, а там же как пойдет. Так, я практически в джесса близубик. Так, большое спасибо тебе, Матвей, за пару кусиков. Тут мне написали, еще один игрок мне написал, чтобы я дал ему 3 кусика, вернее, он мне дает 3 кусика, за то сделай, что он меня слил случайно, но я видел, что у меня было просто очень мало массы, и он меня слил. Спасибо большое всем, ребятки, спасибо всем большое за то, что прокачиваете, за то, что помогаете вместе сражаться с другими игроками. Ну что ж, ребятки, давайте начинать. Сейчас мы еще потихонечку со всеми познакомимся, со всеми, так сказать, поздороваемся, кто тут еще есть, и если что, мы тогда... Друзья, вместе с ними пойдем покорять другие страны. Вот у нас тут есть саблезубик, которого нужно было бы скушать, наверное. Вот давайте мы попробуем этого саблезубика слить. Сейчас его, наверное, кто-то сольет. Передай привет. Матвей, тебе привет. Матвей АЛАХ, тебе привет. Спасибо большое тебе за пару кусиков, за то, что ты меня прокачал. Спасибо большое. Ну что ж, давайте потихоньку дальше будем, так сказать, набираться силушки богатырские и будем потихоньку восстанавливаться, так сказать, в топе, да, для того, чтобы стать большими сильными. А ну давайте посмотрим, кто тут у нас сражается. Тут какой-то Кронос с кем-то сражался, друзья мои. По-моему, даже он с нашим одним был. Так, 3 кусика мне дают делать Матвей. 3 кусика, большое спасибо. Ничего себе, друзья мои, я сейчас буду мамонтеночком уже. Я уже буду мамонтеночком. Ёлки-палки, ничегошеньки. Себе. Ничегошеньки, Матвей мне обратно дает кусик один сделал. Спасибо большое, Матвей. Так, а это у нас Кронос, получается... С кем-то он тут разговаривает, с кем-то они тут решают терки. Вот, хорошо, друзья мои, я не буду пока что вмешиваться. Давайте мы будем потихонечку где-то расходиться и прокачиваться. У нас сходка как раз-таки здесь вот на северном полюсе, вверху. И поэтому сегодня мы здесь с вами и собрались. Ну что ж, давайте мы... так, что тут у нас происходит? Наверное, еще кто-то дает мне один кусик сделать. Нет, не дают. А, тут спрашивают, кто-то хочет кусики сделать, кто-то хочет кусики дать. Все пишут единички, двоечки. Я не понимаю, что мне нужно сделать, кусануть кого-то или у кого-то, или дать кому-то, чтобы меня укусили. Ничего себе, SLAX AL мне только что ударил, но мне хочется верить, что он это сделал не спецом. А нет, ребятки, все-таки спецом. Ничегошеньки себе, а что же это он хочет? Я писал, что я мини-ал сли. Ничегошеньки себе, Матвей хочет, чтобы я его слил. Интересно, я думаю, что он еще должен прийти. Ты все или придешь, а? Сейчас буду сливать Матвея, он предлагает его слить. Наверное, хочет кем-то другим быть. Так, вот давайте мы вот этого чувачка еще скушаем. Нормально, скушали, хорошо. О, АХ-топ-АЛ, хай! Хай, дружище, вот у нас еще один мой топовый, так сказать, игрок, который постоянно меня прокачивает. Вот, он обратно же пришел. И тут еще ребята подошли. Матвейчик мне полностью сливается. Он полностью мне сливается, ребятки. АХ-топ-АЛ мне дает пару кусиков сделать. Сейчас я Матвейчика тогда солью. Вот, я надеюсь, что он придет. Он, скорее всего, что не хочет играть за этого красного дракончика, и кем-то будет он играть другим. Давайте вот сейчас мы еще разочек развернемся. Да что ж такое-то, а? Ай-яй-яй-яй, ребятки, осторожно, ёлки-палки, его слил другой игрок, но это просто жестяк, мне только что сливался Матвей, большое спасибо, он меня прокачал, очень хорошо меня прокачал, но тут другой игрок подошел, еще и с нашего, в принципе, с нашего, он, друзья мои, Тима, да, он вместе с нами будет играть, но подошел и слил он как раз-таки Матвея, который хотел мне слиться. Ну что ж, ладно, друзья мои, тогда не будем мы с ним особо дружить, если что, просто-напросто сейчас я попробую чуть-чуть вкачать еще килл-клай, наверное, да, или как правильно? Не читается. Ёлки-палки, ребятки, ну что же вы такое творите? Что же вы на всех нападаете? О, это тоже наш АЛ. Это тоже наш АЛчик. Мы с ними будем дружить. Будем с ним дружить и будем с ними жить. Пожевать и добра наживать. Это, по-моему, лимончик у нас, да? Да, скорее всего, что это лимончик. Он поменял у нас ник немножечко. Окей, ладненько. Сейчас я чуть-чуть побольше еще массы наберу. Либо сделаю пару кусиков. Ого, Алексис ютубер тут подошел, и он что-то с нашими сражается. Друзья мои, почему он с нашими сражается? Никак я не пойму, что случилось, ребятки.
Так, давайте мы вот у него его попробуем сейчас слить. А, ребят, ну что ж вы будете, ну что ж вы делаете? Вот мешают мне постоянно. Ребятки, это очень плохо. Матвейчик меня пытался слиться. Еще один мне пытался наш игрок слиться, но тут не получается слиться, потому что вы просто-напросто закусываете, и с этого ничего хорошего не выйдет. Ладно, друзья мои, значит, будем сейчас мы с вами немножечко, так сказать, набираться силы, немножечко будем мы с вами набираться массы, и потом, когда я уже стану... О, я наконец-то стал черным драконом. Ой, это не черный дракон, это у нас красный дракон. И, конечно, AX-TOPL не сливается. Так, приходи еще. AX-TOPL написал, что его свои сливают, и он уже немножечко устал. Да, друзья мои, действительно так. Сегодня мне два игрока пытались слиться, но из-за того, что, ну, не получилось немножко, потому что другие, в принципе, покусали. Вот, другие меня покусали, а масса не сгорает. Окей, я понял. Я понял, ребятки, я просто не знал. Здесь, оказывается, масса не сгорает. Ну что же, хорошо, давайте мы сейчас попробуем AX-TOPL все-таки скушать. Я надеюсь, что он сегодня еще к нам придет. Я просто, он мне написал, что масса не сгорает. Я там в видео, по-моему, каким-то сказал, что у меня масса чуть было не сгорела. То есть я буквально успел скушать своего союзника для того, чтобы масса не пропала. И сейчас он мне написал, что масса не сгорает. То есть она, когда сгорает, все равно переходит ко мне. Это такое первое объявление. А второе объявление, что он немножечко устал, так как сливают свои. Действительно, друзья мои, здесь очень много ребят и очень много сливают свои. О, Матвейчик. Матвейчику, конечно, мы сейчас три кусика дадим сделать, потому что он меня прокачивал. Да-да-да. Давай, кусай. Не-не-не, стопарики, тебе я кусики не дам. А вот Матвейчику дам. Давай, Матвейчик, кусай, кусай. И давай еще один разочек. Давай еще один разочек, или два даже разика. Матвею сейчас мы дадим сделать кусики. Не-не-не-не-не-не. Вам, друзья мои, нет. Он меня прокачивал. Он меня прокачивал, а вы просто-напросто пришли кусики поделать. О, ничего себе, друзья мои. Там, по-моему, нашего мамонтеночка кто-то съел. Ну что ж такое, друзья мои, вам нужно чуть-чуточку подождать. Не надо набрасываться на всех, не надо на всех, так сказать, отвлекаться, потому что невозможно за всем уследить. Нужно потихоньку, потихоньку. Ого, тут только что психа слили, ёлки-палки, это просто жестячок. Один кусик кто-то сделал, все, больше все, друзья мои, больше я вам не могу просто масса дать. Подождите, потому что вы меня сейчас уничтожите и скушаете меня, и все, и не будет массы ни у меня, ни у вас. Ладно, давай тогда тоже еще один кусик тебе дадим сделать, Тим, так как ты у нас есть Тим. AX-TOPL вот к нам обратно же подошел, Лимончик тут возле нас, обратно же тоже тусуется, нормально, круто. Давайте мы Лимончику тоже дадим один сделать кусик. Пускай он немножечко, так сказать, восстанавливается, потому что этот его казуарчик не совсем удобно им играть на севере. О, Алало тоже к нам подошел. Привет, Алало. Привет, привет, друзья мои. Это очень круто, что у нас столько много союзников подошло. Вот тут, правда, еще и Кронос какой-то есть. Я очень хочу верить, что он меня сейчас сливать не будет. Очень я хочу верить, что он меня сливать не будет, но я не знаю, что это у нас получается. Кронос тут на меня просто ледышки бросал. Хорошо, что там Алало был сверху, и он меня получается отбил. Давайте вот мы сейчас еще один кусик дадим сделать. Спасибо большое, друзья, за то, что спасли меня. Так, давайте еще пониже отойдем. О, псих, привет, псих, псих, псих. Что-то он плохо прокачался, наш псих. Вот, в основном он всегда очень круто прокачивается. Вот еще арбузик наш тоже подошел. Очень хорошо прокачивается, а это что-то он не сильно хорошо прокачался. Тут Алексис ютубер батлится с другим Алексом АЛом. Ну, возможно, они решили просто побатлиться, либо решили друг друга помериться силами, так сказать. Ну, в любом случае, друзья мои, они батлятся. Ну что же, посмотрим, кто из них выйдет победителем. Пока что Алексис ютубер, видим, выигрывает. У него 5 кусиков, а у того есть 3 кусика. Ну что ж, неплохо, друзья мои. Все равно, тем не менее, мы с вами продолжаем играть. Хорошо, давайте отойдем еще с вами вверх. Тут у нас Алало всех прокачивает. Просто красавчик, просто умничка, ребятки. AX-TOPL у нас тоже подошел. Можно нам... О, AX, AX-TOP, Матвейчику давайте мы дадим... сделать тоже еще кусик, а два хотя бы. Мне бросил вызов какой-то Алексис ютубер. Я, если честно говоря, думаю, что это фейковый, потому что он сливал только что своих двоих человек. И мне кажется, что он, наверное, фейковый, потому что если бы был он не фейковый, он бы своих друзья мои не трогал. Да, а так вот получается, он как бы фейковый, и, наверное, решил, что можно своих этих всех уничтожать, потому что после того, как они будут сливаться, ему он просто-напросто будет ихнюю массу забирать и все. Поэтому, ребятки, вот такая вот драка. Получается, Алексис ютубер подошел, и он у нас сливает же наших. Друзья, мне там тоже писали, что ты вчера мне сливал, там где-то еще там что-то. Друзья мои, я никого не сливаю. Если вас кто-то сливал из Алексиса либо Алеандра, то это, скорее всего, что были фейки, потому что мы с братом никогда не сливаем своих ребят. Ни Алексис, ни Алеандр настоящие никогда никого не сливают. Поэтому, ребятки, если вас кто-то здесь сливал, то это были не мы. Поэтому, друзья, не обижайтесь, пожалуйста. Большая вам просьба, потому что это были не мы. Вот как сейчас, вот у нас тут был Алексис, ютубер. Вроде тоже реал, даже у него коронка, как у брата, да, но на самом деле он не настоящий, потому что своих двоих или троих человек он уничтожил. Представляете, двоих или троих человек он уничтожил. Вот такой вот Алексис ютубер на самом деле, друзья мои. Поэтому, если что,
не обессудьте. Реально, мы своих никогда не сливаем. Если вас сливают, то это только фейки. Только фейки, которых нужно тоже стараться уничтожать по возможности. Потому что, друзья мои, ну очень плохо, когда твое имя, так сказать, втаптывают в грязь. Потому что мы, так сказать, дружим вместе с вами. А вот есть такие ребята, которые просто-напросто пытаются за этот счет нажиться и пытаются заработать много-много массы. Ну вот, Алексиса, ютубера фейкового, я слил, в принципе, нормально. Теперь у меня стало чуть-чуть побольше массы. И, соответственно, всю свою массу я пораздаю своим ребятам. Хорошо, круто. Давайте мы теперь сделаем два кусика, вернее, дадим мы Матвеечку сделать. Не-не-не-не-не-не-не, ну зачем? Он наш. Только что слили Матвеечка, вот лапка слил Матвеечка, я ему написал, что он наш, но все равно он его слил. Это очень и очень обидно, ребятки. Ну ладно, друзья мои, будем тогда продолжать играть без Матвеечка. Я надеюсь, что сейчас он подойдет, наверное, если что, мы с ним тогда продолжим играть. Вот мы сейчас кушаем вот этих вот всяких, у кого нету в нике АИКСов, АЛ, всех будем этих ребят сливать. Вот, пожалуйста, Матвеечек у нас обратно же подошел. Сейчас я Матвеечку обратно же, наверное, сольюсь. Ну не сольюсь, а чуть-чуть его прокачаю. Давайте, друзья мои, потихонечку-потихонечку прокачивайтесь, а всех остальных вот будем сейчас кушать. Ты чё моего только что чувачка кушал, а? Ты чё кушал только что моего товарища? Давайте вот будем мы сейчас его скушаем. А, да, друзья мои, вот мы его практически скушали. А, его слил Данил. Данил тоже слил его, хорошо. Главное, что это был наш Данила, ник AX и AL, и он слил, получается, фейкового чувака, который против наших воевал. Вообще, молодец, Данила, очень все хорошо получается. Мы с вами тоже слили фейкового Алексиса, который уничтожал своих друзья. Поэтому, если вы видите, что кто-то уничтожает своих, то это не реалы. Я вам честно говорю, это, скорее всего, фейки. Но не скорее всего, это фейки, поэтому с ними не нужно дружить и их нужно уничтожать. Поэтому, друзья мои, если что, не обижайтесь. Хорошо, а мы с вами тогда продолжаем играть. Очень хорошо. Вот еще один Алексис ютубер подошел. Правда, у него в нике нету короночки. Это, скорее всего, что не тот Алексис ютубер. А вот тут у нас есть SL, AX, AL. Ничего себе, друзья мои, казуарчик у нас тоже, скорее всего, что не наш игрок. Он тоже против нас вот только что играет. Потихоньку массу набрал, потихоньку массу пораздаю немножко своим ребятам. И, так сказать, прокачаемся и выбимся с ними тоже мы в топ. Ребята, если вы хотите поиграть с нами в сходках, если вы хотите поиграть вместе, обязательно подписывайтесь на канал и приходите, ребят, и приходите к нам на сходку, будем мы вместе с вами играть. Для этого вам нужно, конечно же, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик и чтобы знать, где у нас и когда у нас будет очередная сходка. Ну и, конечно же, ребятки, поставьте, пожалуйста, мне лайкусик, если вам понравился этот ролик. Скоро увидимся, всем пока, ребята!